Фу, так. Туда ведь реально можно спрыгнуть. Ну ладно, не будем. Не хочу. Хорошо, давайте искать долбанные батарейки. Вот тут реально ни хрена не видно, поэтому, блин, без камеры, ну никак. Но батарейки даже и без камеры можно искать. Они как-то подсвечиваются. Твою ты... Блин. Так. Сейчас мне пища назад полезет. Нет, на самом деле я не испугался, ладно. Меня больше напрягает, почему наша рука проходит через текстуру. Может быть, мы тоже призрак? Ну тут одна батарейка была. Поэтому... Здесь, наверное, больше нет их. Ладно. Фу, так, нормально. А куда? А куда нам идти-то? Стоп, а нам, наверное... наверное, как раз-таки туда вниз надо. Или, может быть, тут забраться? Не, я бы забрался. Может быть, нам как раз-таки туда вниз и надо идти. Может быть, вон туда. Нет, тут закрыто, смотрите-ка. Ну, значит... А, подожди, вот, наверное, здесь. Да. Нормально. Нормально! Давай. Крутачок. Так, это какие-то баллончики, ну и в задницу все это. Да. Ну все. Так. Да блин. Давай речь в натуре. Раз. Так. Так, стоп. А если сделать вот так? Фу. Вот так, нормально. Не упасть снова. Так, все, я не упал, нормально. Ага. Открываем. Блин, долбанное помещение. Тут все... Темно опять. Очково, че, очково. Даже не знаю, что сказать. Ну, короче... Короче, опять какой-то... А, нет, смотрите, я думал, это большое какое-то помещение, нифига. Да блин, вы чё, офигели что ли? Тут несколько ходов, я так понимаю, да? О, документы. Вот, видите, они подсвечиваются. Даже без камеры их можно найти. Значит, если документы здесь, значит, тут более-менее безопасно. Как я могу забыть, откуда взялись эти порезы? Они так болят даже теперь, много дней спустя. Доктор Ньюхаус сказал, что я виноват сама, поскольку... подсознательно сопротивляюсь гипнотерапии. Но я так хочу скорее поправиться. Не знаю, как я могла сделать такое с собой. Доктор Ньюхаус говорит, что это просто иная форма моей постельной истерии. Бедный Брюс, я заставила его так страдать. Так. Значит, ее муж... Может быть, если читать каждый документ в подробностях... Что-нибудь да выльется. Интересное. Ну, какой-то смысл появится. Блин, давай. А, закрыто. Ну ладно, допустим, закрыто. Вообще, посмотрите, как темно. Просто нереально. Я даже не... Если я даже, я не знаю, яркость. На максимум, не на максимум. Призрак пошел туда, значит, нам... В любом тоже туда. Ну, давайте оттуда посмотрим, что там произошло. Знаете, я так смело бегаю, в принципе. Вот тут по-любому должна быть батарейка, нет? Как так? Почему ее нет? С этим радио обычно всегда такие, с этими штуками. Так, ладно. Очко у меня трясется до сих пор. Слушайте, мне подозрительно. Давайте, если что, не знаю, тут спрячемся. Что-то как-то тихо, подозрительно. Этот призрак летает, пугает. Я что-то... Блин, там кто-то есть, да? Ёб твою. Сволочи. Так, написано сюда.
Твою налево. Так, он пошел туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай! Так, это два чувака голых, которые вначале нас хотели побить. Так, сейчас встаем. И бежим туда, откуда они пришли. Перезарядим на всякий случай. Я не знаю, может быть, он уже сзади меня, но пофиг. Ладно, бежим куда-нибудь. Самое главное, чтобы здесь. Давай. Да быстрее, открывай, быстрее закрывай. Давай, давай, давай. Сюда нельзя, жопа. Ладно, не жопа, значит, здесь. Здесь вот еще одна дверь есть. Я не буду смотреть на батарейки. Фу, нормально. А может, и стоило смотреть на батарейки, потому что как-то, видите, не страшно, оказывается. Чувак. Чё за фигня? Харе от меня убегать. Лишь обои могут быть такие тайны, хранить терпение и веру. Ну давай вали отсюда, или что ты хочешь сказать? Или ты меня будешь ждать? Ну жди, жди, чмордяй. Так, секунду. Да блин, я... Да ёптить. Ну, все нормально. Так, ладно, отвлекся я. Все тут что-то погорело. Я не понял, что произошло. Я же пожар потушил от этой кухни. Я что, вниз, что ли? Да ладно. Ну, блин. Или подожди, или вниз. Ладно, попробую. Ну, в любом случае, я упаду. А, это скриптовано даже. Ла-ла-ла! Здорово! Это кто там? Что за музыка? Сохранение. Там уже кто-то идет. В жопу. Блин, а где? Кто тут зашел? Ну, понятное дело, за камерой надо идти. Чё тут тупить-то? Блин, а там походу, смотрите, там что-то внизу. Даже щель в полу, я бы сказал. Непонятно, какая-то поликлиника. Вроде обделана вот этими плитками, а каркас деревянный, что ли. Непонятная больница, точнее. Ну, круто, чё. Ну, значит, в ближайшее время не должно быть слишком темно, правильно? Ну, не знаю, может и правильно. Ну, чувствую, будет задница, потому что что-то тихо в последнее время было, да? Давай, спокойно. О, нормально, батарейка. Ну, я надеюсь, она засчитается. Ой. Ой-ой-ой. Темно как... Ну, не знаю где, в общем, вы знаете где. Ну, придумайте где-нибудь. Самое главное, чтобы тут никто не выскочил. Правильно? Правильно. Это главное. И надо запоминать обратную дорогу, потому что я чувствую, мы просто так отсюда не выберемся. По-любому будет какая-нибудь задница. Я это знаю прям. Так. Ничего нет. Короче, наверх собираемся. Ну, примерно дорогу можно выучить. Вроде там ничего нет, ну никакой батарейки. Ну харе, 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 пугать. Давай, выскакивай. Давай, давай. На самом деле они всегда так... Блин. Опа. Нормально, я не испугался. Так. Это что такое, чувак? Что это такое? Что он делает? Не знаю. Может быть, он думает, что он с той стороны? Так. Я перепрыгивает уже.
Смотрите, они нам ничего не сделают, да, эти чуваки? Может быть, даже с ними что-то есть интересное? Не знаю, может и есть. Но тут, смотрите-ка, они не... Они сейчас все как... Ну да, они сейчас взбесятся по-любому. На обратном пути я пойду когда? Потому что уже были такие случаи в натуре, когда вроде все нормально, блин, а потом на обратном пути идешь, а они уже все там свихнувшиеся. Вот, пожалуйста, сейчас они спокойно... Блин, вообще ничего. Нам туда, да? А, вот эта щель, наверное. Нет, это не эта щель. Там есть щели, реально. Фуй. Найдите способ попасть на ту... Та-т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 а. А что такое, музыка? Я не знаю, что музыка такая играет. Стрёмная. Чё? Блин, камера еще разбилась. Так. Давай, давай. Погнали. Я... А, пофиг вообще на них. Они вот только дверь ломают. Ха-ха, даже спокойно, так спокойно мы выбрались. Я выбрался, отлично. Самое главное, чтобы тут ничего не было. Да нет, тут, наверное, не будет. Вся самая, все самое... Идет сохранение. Все самое жесткое только что было внизу. Камера, знаешь, что я для тебя хочу сделать подарок? Я нашел тебе батарейку только что, пока ты там валялся. На самом-то деле. Так, ладно, давай быстрее отсюда. Но она, блин, треснула в натуре. Что за ботва? Камера треснула. Как так? Она не могла треснуть. Она не должна была трескаться. А можно вот так вот сделать, действительно. Если тебе что-то мешает, просто вот так вот делаешь и все. Но, как говорится, заметок нету. Ну да ладно. В принципе, заметки — это то, что мы сами видим. А он это просто все записывает. Ну, кому-нибудь как бы. Стоп, а подожди, а я зачем сюда забрался-то? Мы же сюда уже не допрыгнем. Это уж точно. Вот здесь надо, наверное. Давай. Звуки долбанные, блин. Колебаль, найдите. Опять сохранение, блин, ну дают, ну дают. Вот это вот не круто вообще. Да, ну... Ну, может быть, я там уже и был, собственно говоря. Так. О! Воу-воу-воу, а что это за место? Батарейка. Чё за шипение, блин, было только что? Офигели, что ли? Чё такое? Опять сохрани. Чё, нам вниз, что ли, получается? Не знаю, давайте вот тут пойдем. Ну что, походу реально вниз, да? Я чё-то другой дороги не вижу. А, понял. Хоба! Вот, блин. Смотрите-ка, я даже не согнулся, не присел, когда прыгнул сюда. Ну, то есть я имею в виду... Я имею в виду, что обычно, когда я свысока прыгаю, я как-то, ну, приседаю. А тут с такой высоты. Чё?